Вот такая классная и интересная электроника ожидает вас в этом видео. Если вы посмотрите видео до конца, то сможете принять участие в классном конкурсе с денежным призом. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я сделал для вас подборку классных и полезных электронных товаров с сайта AliExpress, и вы сможете что-то для себя присмотреть. Нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики и конкурсы. Все ссылки на товары и на видео, как экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании. И те, кто посмотрит видео до конца, примут участие в конкурсе. Приятного просмотра! Крутой фонарь с крючком и магнитами для крепления. Применяется для освещения затемненных участков в доме, в гараже и в темное время суток на улице, а также при производстве ремонтных и сервисных работ в автомобиле в качестве источника света. Имеет прорезиненный корпус и флуоресцентные вставки для легкого нахождения в темноте. Оснащен выдвижным крючком и магнитом для крепления, что делает эту модель незаменимой в походе и в качестве резервного источника света. Есть возможность регулировки положений, 6 вариантов относительно опоры фонаря. Система сильных магнитов позволит закрепить его на металлической поверхности под любым углом для удобства работы. На задней грани фонаря находится складывающийся крючок для подвешивания. Двухсторонняя флешка для ПК и смартфонов-планшетов. Универсальный флеш-накопитель, который сочетает в себе два широкоиспользуемых порта USB и microUSB. Если вам нужно срочно скопировать или перенести информацию, а вы находитесь в поездке, где нет Wi-Fi, то здесь как раз станет прекрасным помощником универсальная флешка. Она подходит для переноса данных практически с любых периферийных устройств, телефонов и смартфонов. Теперь не нужно никаких кабелей, чтобы перенести музыку или фото с телефона на компьютер. Все стало намного проще. Для этого достаточно вставить в смартфон флешку, скопировать на нее все необходимое, а затем вставить в другой телефон, ноутбук или компьютер и перенести нужные файлы. Powerbank с функцией беспроводной зарядки. Стильный, компактный, яркий, функциональный и емкий. Этими словами можно описать данную модель беспроводного аккумулятора. Особенностью данной модели относительно его конкурентов является возможность быстрой проводной зарядки QuickCharge 3.0. Также достаточно интересным решением производителя было размещение в корпусе аккумулятора переходника для зарядки вашего телефона, который в момент его ненадобности является как бы частью корпуса. Можно заряжать телефоны на Android и iPhone. Теперь вам не придется искать провод или переходник по всей сумке или того хуже, понять, что вы где-то его оставили. Универсальное цифровое зарядное устройство способно заряжать практически все возможные цилиндрические аккумуляторы, включая такие форматы, как IMR и LiFePO 4. Устройство оснащено LED-дисплеем, на который отображается статус зарядки по каждому из четырех каналов, информация о напряжении, токе и времени зарядки. Встроенная интеллектуальная система, позволяющая в автоматическом режиме определять тип установленного элемента питания и за счет микропроцессора распределять соответствующие напряжения и ток, необходимый для плавной и, главное, безопасной зарядки. Также в автоматическом режиме можно определить состояние аккумулятора на текущий момент и, выбрав при этом индивидуальный режим зарядки. Классная складная беспроводная мышка. Благодаря своей уникальной складной конструкции мышка уменьшается в размерах почти в два раза, но в развернутом состоянии представляет комфорт полноценной мыши. Элегантная складная конструкция мыши позволяет легко уместить ее в любой сумке, если вы находитесь в дороге. В развернутом состоянии она превращается в удобную полноразмерную мышь. Ее микротрансивер легко крепится в нижней части мыши с помощью магнита и настолько мал, что в подключенном состоянии выступает из корпуса менее чем на 1 см. Во время поездок его даже можно не вынимать из ноутбука. Беспроводная технология обеспечивает надежную беспроводную связь в радиусе до 10 метров. Незащищенный промышленный цилиндрический литий-ионный аккумулятор Panasonic с высокой энергоемкостью 3400 мАч обеспечивает высокие токи разряда. Данные аккумуляторы обладают максимальной реальной емкостью для аккумуляторов формата 18650. Применяется в различном электрооборудовании, где требуется компактный и мощный источник питания. Выдерживает до 500 циклов заряда разряда. При этом энергоемкость падает только на 80% от номинальной. Работоспособность аккумуляторов сохраняется. Такие аккумуляторы устанавливаются во многих топовых моделях ноутбуков, батареи которых служат не один год. Еще одной особенностью этих аккумуляторов является химический состав элемента, который позволяет предотвратить возгорание даже при повреждении. Кабель USB-microUSB с тестером.
предназначен для измерения напряжения питания и потребляемого тока устройства. При подключении кабеля к любому USB-выходу без нагрузки загорается индикатор V – напряжение зеленого цвета, и в течение 10 секунд на дисплее тестера отображается напряжение USB-выхода. При подключении любой нагрузки к разъему microUSB, телефона, планшета и тому подобное, загорается индикатор тока А – синего цвета. В течение 10 секунд на дисплее попеременно загорается показание тока напряжения, после чего постоянно отображается значение потребляемого тока. Медальон GPS-трекер. Медальон поможет отследить местонахождение багажа, сумки, мелких вещей, а также домашних животных и маленьких детей. Медальон достаточно прост в применении. Устройство необходимо закрепить на объекте. Далее данные с помощью установленной в прибор сим-карты передаются на специально установленные приложения. В итоге на карте местности высвечивается площадь, где находится ребенок, животное или предмет. С таким приспособлением вы всегда будете в курсе местоположения любого искомого объекта. Медальон обеспечит безопасность и значительно сократит время на поиски. Автомобильные зарядные устройства от прикуривателя. Предназначено для зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других портативных компьютеров исключительно в автомобиле. Поддержка заряда 2,4 ампера. Модель оснащена двойным USB-портом. Защита от перегрузки. Отображает напряжение, температуру и тока поочередно каждые 10 секунд. Автоматическое отключение питания, если выходной ток больше, чем безопасный. Требуемое напряжение при входе от 12 до 24 вольт. Аппарат для лечения насморка и аллергии является абсолютно новой технологией в медицине, которая использует метод фототерапии для лечения симптомов аллергического ринита. Можно использовать длительное время, не вызывает побочных эффектов. Используя технологию узкого диапазона, этот противовоспалительный прибор эффективно лечит симптомы ринита, чихание, выделение жидкости из носа, заложенность носа, головные боли и слезоточение, быстро снимает симптомы аллергии, снижает чувствительность к возбудителям. Сначала рекомендуется использовать 3-4 раза в день в течение нескольких дней. В дальнейшем количество сеансов в день может быть снижено до 2-3. Во многих случаях одного сеанса в день вполне достаточно. PanoViv V3 – это панорамная камера, которая имеет ультраширокий угол обзора. Устройство выполнено в сферической форме. Также камера является и спортивной экшн-камерой, которая имеет в своем арсенале полный набор кронштейнов, креплений и водонепроницаемый чехол с возможностью погружения на глубину до 30 метров. Кроме этого, обладает Wi-Fi модулем, который обеспечивает беспроводную связь между компьютером, планшетом или смартфоном и камерой. Еще одно неоспоримое достоинство данной панорамной камеры – это качество видео 4К. Мини-LED-проектор. Это недорогой переносной проектор, который можно брать с собой куда угодно, ведь он поместится даже в карман. Можно проецировать контрастные и качественные изображения на стену или потолок в детской комнате, дома или в офисе. При таких маленьких размерах проектор снабжен всеми необходимыми портами, с которыми можно без труда проецировать файлы с USB-флешек, карт памяти microUSB, а также HDMI-порт пригодится для подключения персонального компьютера, игровой приставки или ноутбуков. Светильник с датчиком движения. Полностью автономный светодиодный светильник на батарейках можно использовать в шкафу, кухне, прихожей, в коридоре, гараже, да и везде, где недостаточно освещения. Лампа состоит из 10 светодиодов. В отличие от мелких аналогов, светит действительно ярко. Датчик движения реагирует на расстояние 3-4 метра и светится автоматически включаясь. А когда вы уходите, то он сам выключается примерно через 20 секунд, тем самым экономя энергию. Чтобы прикрепить светильник, не нужно сверлить дыры и портить стены. Клеится он на двухсторонний скотч, что очень удобно. Работает от 4 батареек типа 3А. Корпус выполнен из качественного пластика, который защищает от попадания пыли и брызг воды. Многофункциональный электрический тестер напряжения сети. Это универсальный индикатор, который позволяет измерить сопротивление, напряжение и силу постоянного или переменного тока в сети, в том числе и бесконтактным способом, а также определяет наличие тока в проводах без вмешательства в цепь, что позволяет, например, определить место, где проходит проводка или находится ли под напряжением конкретный провод. Без такого ручного инструмента не обойтись ни при мелком бытовом ремонте, ни при масштабном строительстве. Тестер удобен и эффективен в использовании, что позволяет ускорить работу и добиться идеальных результатов. Электрочайник для авто.
Часто приходится стоять в пробках и некогда перекусить или попить кофе? Для вас я нашел полезный гаджет для машины. Это электрочайник, который работает от прикуривателя. Крайне полезная и практичная вещь. Пригодится вам как в дороге, так и на природе. Сделан из пластика и термостойкого двойного стекла. Объем чайника 0,3 литра, и он очень удобен в использовании. Позволит вам сделать себе чашечку чая в дороге или запарить покушать. Температура нагревания 80 градусов. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, что вам понравилось в данной подборке. Обязательно подписывайтесь на канал Альпачино Лайф, чтобы не пропустить итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!